привет! Сегодня в этом видео я расскажу о приводе для сдвижных коммунальных дверей Аматика. Аматика – это полностью отечественный продукт, разработан и производится в России на предприятии компании Адор. Подобные автоматические двери широко используются в торговых, офисных центрах, гостиницах, там, где проходит большой поток людей. А также такие двери получают новый сценарий использования, как, например, наш привод Аматика, который устанавливается в кабины колеса обозрения. Давайте рассмотрим наш привод более детально. Сделаем это на примере дверной системы Аматика, установленной в нашем техцентре более 10 лет назад. В данном случае, так как дверной проем не широкий, используется версия привода, предназначенная для работы с одной дверной створкой. Сразу хочу отметить, что, конечно, мы выпускаем версию привода и для двух створок. Например, такой привод используется у нас в производственном цехе. Комплектация привода подобрана с требованиями заказчика. Отсутствие фиксированных комплектаций является большим плюсом, так как клиент получает то, что нужно ему, и не переплачивает. Снимем крышку привода. Под ней находится несущий профиль и основные узлы привода. Выключатель, моторедуктор, блок питания, контроллер. Обратите внимание, что в контроллер уже встроен блок управления настройками привода. Все режимы меню и информационные сообщения отображаются на дисплее на русском языке. Демонстрирую. И так далее. Дальше у нас идут каретки, ведущие ведомые, зубчатый ремень, модуль инфракрасного барьера и переключатель режимов работы привода. В данной дверной системе по желанию заказчика не используется традиционный инфракрасный датчик движения, который устанавливается в верхней части привода, а привод управляется при помощи бесконтактной кнопки. Давайте посмотрим, как обстоит дело с безопасностью привода. Если в проеме находится препятствие, то срабатывают датчики инфракрасного барьера, и дверь не закрывается до тех пор, пока препятствие не будет устранено. Я отхожу, дверь начинает движение и закрывается. Если препятствие возникает во время закрытия двери, то также срабатывает инфракрасный датчик барьера, и дверь откатывается назад. Помимо датчиков инфракрасного барьера, дополнительным уровнем безопасности привода является функция автооткаты двери при наезде на препятствие. Благодаря использованию обратимого моторедуктора, лежащему в основе привода, при необходимости вы всегда можете легко передвигать дверную створку вручную. При этом для привода не будет никаких последствий. Также привод Аматика обеспечивает совместимость с пожарными и охранными сигнализациями, установленными в помещении. Привод Аматика разработан с учетом российских климатических условий и обеспечивает более 2 миллионов циклов беспрерывной работы. Выбирая привод Аматика, вы получаете качественный российский продукт, гарантированное обеспечение запасными частями, возможность доработки привода по индивидуальным потребностям, оперативное выполнение заказа. За более подробной информацией о приводе и размещению заказа обращайтесь в отдел продаж нашей компании. Всем спасибо за внимание. Всем пока.